Друзья, с вами «Лохматая душа», и у нас сегодня гости. Да. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Кривочуров, актер театра и кино. Я хочу пригласить всех посетить приют, потому что здесь постоянно нужна какая-то помощь посильная каждому. И, конечно же, вы можете забрать любую понравившуюся вам собачку себе домой. Их здесь 3000. Приезжайте. Благодарю вас. Доброго вам здоровья. Продолжите? Ну, слова супруга. Да, давайте. Здравствуйте, меня зовут Ленинцева Анна. Я солистка балета «Тодос». Вот приехали посмотреть собачек, показать детям, что нужно помогать, что всеми силами возможно, невозможно. Если здесь приехать, познакомиться. Ну что, ребята, слушаю вас. Здравствуйте. Представьтесь. Меня зовут Марина Морено, я генеральный директор туристической компании в Москве и в Стамбуле. Я счастлива поддерживать приют, и мы здесь первый раз в такой прекрасной большой компании. И да, компания очень. Мы хотим, очень. Чтобы нас было еще больше, чтобы больше людей нас услышало, увидело. И кто как не мы, наши четвероногие друзья. Правда, по-моему, еще ваши едут. Да. Ну, сегодня в «Лохматой душе» просто счастье, ребята. Я очень рада вас всех здесь встречать. Ну что, пройдем вовнутрь? Валентина, да, вы директор, да. Правильно? Вот, чудесная Валентина, директор приюта «Лохматая душа». Ура! Заходите все! Солнышко, ну что же вы сама тащите? Сюда, давайте. Вот сюда поставите. Они так в машине хотели. Так. Ребята, давайте вы для начала посмотрите немножко. Если вам надо будет что-то рассказать, я вам расскажу. Давайте вы сами сейчас немножечко ознакомитесь, посмотрите. Сейчас я скажу ребятам, чтобы они разгрузили, и я подойду. И мы пойдем тогда дальше по приюту. Хорошо? Друзья, вот эта помощь, что нам привезли. Очень много корма для малышей. Это просто потрясающе. Ребята, это большая, огромная помощь. Сегодня у нас просто очень счастливый день. Ренат, скажите пару слов. Я очень рада, наконец, что я доехала до вас. Вот, и я не менее счастлива, что мы можем чем-то вам помочь. Вот, собственно, и все. Дальше сейчас познакомимся, посмотрим, пройдемся. Надеюсь, вам у нас понравится. Очень обязательно. У нас приют не государственный. Мы никаких дотаций ни от государства, ни от кого, ни от округа не получаем. Мы живем только на пожертвования наших граждан. И больше всего это, конечно, наши бабушки-пенсионерки. Ну что, друзья, пойдемте смотреть дальше. Thank you.
Ну что, друзья, я очень благодарна всем вам, что вы к нам приехали. И я надеюсь, вы приедете к нам еще. Я очень вас жду. А мы благодарны вам, что вы делаете такое доброе дело. Дай Бог вам силы, возможности, чтобы как можно больше людей... Не пожалели, что приехали? Спасибо. Нравится? Да. Ребята, здесь все делается от чистого сердца, правда. Это видно. Доброго вам всем здоровья и до встречи. Ну вот, друзья, наши гости уезжают. И я искренне благодарна им за то, что они к нам приезжали. Очень веселые, очень внимательные, добрые, отзывчивые. Просто потрясающие ребята, даже не ожидала. От всей души хочу сказать спасибо за человечность, за доброту, за помощь и за то, что не пожалели своего времени и приехали. Храни вас Бог, мои хорошие. Храни вас Бог от всей лохматой души.